раньше, давным-давно. На восходе только живописной манеры. Я имею в виду масляной живописи. Был так называемый трехстадийный способ. Итальянский трехстадийный способ. Когда вначале делалась прописка, потом делался подмалевок, а потом делались лессировки. Сегодня, как мы знаем, немножечко изменилось. Все кверт тормашками. Сначала делаем подмалевок, а потом делаем прописку. Thank you.
сад зелень. Зеленым. С добавлением охры, желтого. Вообще писать зелень — это самое сложное, считается, в живописи. Тот, кто умеет пользоваться зеленым, тот может уже себя называть живописцем.